Жилой комплекс «Бусиновский парк» находится в районе Западном Дегунино на севере Москвы. Строительство современного проекта комфорт-класса идет на улице Ижорская на месте Московского трубозаготовительного комбината. Застройщиком выступает группа компании «ПИК». Проект реализуется согласно концепции «ПИК-стандарт». Разновысотные дома формируют закрытые от машин дворы. Входные группы без порогов. В подъездах есть консьерж-зоны и установлены окна от пола до потолка. На придомовой территории проведут ландшафтное озеленение. Застройщик создаст уникальный двор-парк, куда нет доступа машинам. Здесь обустроят комфортное место для отдыха и прогулок, безопасные игровые и спортивные площадки. Отдельно будет построен многоуровневый паркинг. Во входных группах отсутствуют пороги, ступеньки и пандусы. Обеспечен беспрепятственный вход с двух сторон, с улицы и со двора. В подъезде с панорамными окнами от пола до потолка будет работать консьерж-зона и скоростные лифты. На подземном уровне предусмотрены индивидуальные кладовые, где можно хранить сезонные вещи. На первом этаже запланирована коммерческая недвижимость. В проекте представлены одно-, двух-, трехкомнатные квартиры и студии площадью от 20 до 89 квадратных метров. Застройщик разработал десятки вариантов удобных и функциональных планировок с просторными кухнями-гостинами, отдельными спальнями, раздельными санузлами и большими окнами. В трехкомнатных квартирах запроектированы гостевые туалеты. Все помещения оснащены декоративными корзинами для внешних блоков кондиционеров, что позволит сохранить фасад новостройки в первоначальном виде. Застройщикам предусмотрена возможность индивидуальной перепланировки жильцами в соответствии с конкретными потребностями. В районе развита инфраструктура. В радиусе километра работают две школы, несколько детских садов, торговые центры Бусиново, Северный и Ховрино. На улице Дебенко много муниципальных детсадов и школ, в том числе с медицинским, кадетским и лингвистическим направлениями. На Левобережной улице работает школа Олимпийского резерва. Рядом конная база ЦСКА. Транспортную доступность обеспечивают Коровинское, Дмитровское шоссе. Если свернуть на Ижорскую улицу и Бусиновский проезд, можно выехать на МКАД. До ТПУ Ховрино 15 минут автомобилем или полчаса автобусом.